брат мой родной, вырос вместе с тобой Уренгой. Сколько лет, сколько зим, мы растим ребятишек с тобой. Закаленный ветрами, припорошен лучистым снежком. И недаром прозвали тебя Уренгойским цветком. Детский сад «Цветок Уренгоя» – одно из учреждений, которое выросло и развивалось вместе с городом. Этот ключ строители еще в далеком 1982 году передали первой заведующей. Ее звали Анна Варлампьевна Кузнецова. На этот момент единственный типовой детский сад был рассчитан на 280 детей. Первые воспитанники детского сада переступили порог этого учреждения 1 июня 1982 года. Это было своеобразным подарком маленьким новоуренгойцам ко дню защиты ребенка. Но на тот момент, конечно, было гораздо больше детей, потому что это был первый детский сад, выполненный вот по типовому проекту. До этого были маленькие детские сады, там на 2, на 4 группы, а наш детский сад был такой огромный. Город Новоуренгой, город молодых. Вот, естественно, детей в городе было много, и никто не мог позволить, чтобы было детей, только по проектной наполняемости. Если на тот момент норма детей вот по санпинам была там 20-25 детей, 20 ясли, 25 сад, то в нашем детском саду вот в группах старожилы говорят было по 30-45 детей. В санчас говорят все группы были заставлены, ну часть где спальная часть была заставлена кроватями, а групповая комната была заставлена раскладушками. Инна Валерьевна Коршунова свой трудовой путь на севере также начала в детском саду «Цветок Уренгоя». В 1987 году она устроилась воспитателем, а уже спустя 2 года возглавила дошкольное учреждение. Ей было всего 24 года, когда в управлении образования подписали приказ о том, что на ее плечи возлагается обязанность заведующей. Благодаря судьбе мне попался прекрасный коллектив, такой сплоченный, такой ответственный, большой, детей было очень много. На тот период, наверное, в 89-м году, когда я приступила к своей должности, состав детей составлял 270 человек. То есть даже для такого учреждения это очень много деток. Вот, ну, коллектив молодой, мы ничего не боялись, мы работали. Сказано было, значит, нужно было выполнять те задачи, поставленные перед нами, которые были поставлены нашим руководством. Листая страницы фотоальбома, Инна Валерьевна делится воспоминаниями. В город газодобытчиков ехали молодые семьи. Родителям нужно было работать, бабушки и дедушки на земле. Поэтому детский сад с момента открытия воспринимался как теплый, родной дом, а не просто госучреждение. Любой руководитель пытается сплотить коллектив. И мне кажется, вот именно наши северные сады, они пользуются тем, и, наверное, не то, что пользуются, они славятся тем, что у нас коллектив как одна семья. Если радость, то это радость на всех. Если нужно сделать какое-то ответственное задание, то есть вплоть до того, что написать программы образовательные, что-то где-то, какую-то выставку организовать, это быстренько нужно, мы тут же выполняем. То есть нет такого, что это моя работа, это не моя работа. Если это нужно, значит делают все. Коллектив детского сада «Цветок Уренгоя» гордится своим прошлым. Многие трудятся здесь десятки лет. Они бережно передают накопленный опыт молодым специалистам. Здесь у каждого своя, особая миссия. На планете детства иначе просто невозможно. Ведь в этих стенах воспитывается будущее города и страны в целом. Для меня «Цветок Уренгоя» уже как вторая семья. Я работаю, иду сюда как во вторую семью. Вот. Ну, пришла в этот садик в 92-м году. И вот уже 20 лет я работаю в этом садике. Вот. Ну, пришла, он не такой был по сравнению, как сейчас. У нас сад преобразился, все поменялось у нас. Давай вместе. Годы прошли, пролетели, их не вернуть никогда, но мы душой не старели, вместе беда не беда. Мой Уренгой, юный светлый, я полюбила тебя, и от мороза и ветра жизнь не остыла моя. Наталья Михайловна Власова начала работать в детском саду «Цветок Уренгоя» в 1991 году. Эпоха перестройки, конечно, не обошла стороной и Новый Уренгой, но лихие 90-е она вспоминает с ностальгией. Все было по талонам в магазинах. Мы не могли детей обеспечить игрушками, поэтому делали их сами, эти игрушки, пособия. Но, тем не менее, мы старались, чтобы детям было хорошо. И дети этого и не заметили. У меня как раз сын ходил в это время сюда, в детский сад, в
брусничку в группу, и вот он закончил этот детский сад. И дети не чувствовали это. Дети есть всегда дети. Больше 20 лет своей жизни Наталья Михайловна посвятила детскому саду «Цветок Уренгоя». Зимний сад, утопающий в зелени, ее заслуга. Она часами может рассказывать о детях, и самое главное, каждое ее слово подкреплено интересными фактами из личного опыта. Три года я работала на группе как воспитатель, а потом мне предложили, так как я биолог по образованию, вот взяться за эту работу. Только-только еще начиналось в стране вот это вот экологическое образование детей дошкольного возраста. И вот так у нас в городе тоже это в 94 году только-только все это начиналось. И я стала работать. Вот с 94 года и по сей день я воспитатель-эколог. Название «Цветок Уренгоя» возникло не просто так. Учитывая, что это первый типовой детский сад, который возвели на холодной северной земле, к выбору имени отнеслись очень серьезно. За основу взяли высказывание о том, что дети – это цветы жизни. Раз главные хозяева нового здания – дети, сад решено было назвать «Цветком Уренгоя». Приятно, когда в городе идешь и подходит и говорит: «Я, Елена Антоновна, вы меня помните? Я ходил в ваш детский сад». И смотришь, ну, и узнаешь их. Не знаю, по родителям, может, как бы похож на родителей ребенок. Так помнишь просто детей. Вот. Дальше, ну, вообще-то мы гордимся своими выпускниками, потому что из наших выпускников дети посещают доп. Образование, и потом как бы занимают какие-то места там где-то в каких-то конкурсах. Елена Томовна Михайлова руководит детским садом «Цветок Уренгоя» более 10 лет. Начало ее деятельности совпало с этапом бурного реформирования системы образования, в результате чего перед коллективом детских садов появилось множество новых задач. Ну, сейчас такое модное слово, да, быть конкурентоспособным. Да. Вот, наверное, если педагоги будут работать с душой, да, и детям будет с ними интересно, потому что дети сейчас, ну, они немножко отличаются от тех детей, которые были раньше. Ну, в плане психологии нет, конечно. Это дошкольник, он есть дошкольник. Но в плане интеллектуального развития, да, сейчас много средств массовой информации, да, телевидение, сейчас даже не обязательно ребенку читать, если раньше наши дети, да, мы им читали, и они что-то узнавали от нас, то сейчас ребенок включает телевизор, допустим, канал «Карусель», там много всего познавательного. У меня вот внук оттуда черпает информацию интересную. 30-летний юбилей детского сада – значимое событие для Нового Уренгоя. Ведь все эти годы здесь воспитывали самые маленькие граждане нашего города. Новый Уренгой вырос вместе с ними. И в развитии города есть большая заслуга коллективов детских садов. Каждое утро люди спешили на работу, зная, что их дети под надежным присмотром. Нужна душа, да, но придя в детский сад, вы знаете, любой работник, если он видит, что он пришел в атмосферу такую, что здесь тепло, понимание, а мы должны это делать – как руководители, для того, чтобы и дети тянулись сюда, и дети с удовольствием ходили, и родители знали, что мы привели ребенка в детский сад, и мы знаем, что мы спокойны за то, что наш ребенок находится в надежных руках. Говорят, надо уважать ребенка, нет, все-таки надо их любить, потому что я сама уже 37 лет работаю в дошкольном образовании, я вообще себе не мыслю больше ничего, кроме дошкольного учреждения. Я вот так вот представляю, думаю, как бы я так в школе себя чувствовала. Нет, я бы не смогла в школе, там большие дети, я бы там потерялась. А вот маленькие дети, с ними учатся, от них идет тепло. Вот где-то бывает там настроение плохое, что зайдешь к малышам, особенно в ясельную группу люблю заходить, они тебя облепят, обслюняют. Если ты выходишь оттуда счастливее. Поэтому, конечно, я желаю педагогам получать удовольствие от работы, которой они занимаются. Это прежде всего. Я говорю, если уже нам платят не очень много, то постарайтесь получить удовольствие от работы. Вот родителям я желаю любить своих детей такими, как они есть. Город строится из кирпичей и бетона, но сердце у него живое. Сердце Нового Уренгоя – это люди, которые полюбили северный город и строят его будущее. Коллектив детского сада «Цветок Уренгоя» стремится, чтобы это сердце всегда билось в ритме любви, добра и трудолюбия.